кладбище. Когда вы приходите на кладбище, вам обязательно нужно дать какой-то маленький откуп хозяйке кладбища, либо хозяину. На каждом кладбище есть либо хозяйка смерть, либо хозяин. Вы не знаете, кто там есть, я знаю. Вообще ведьмы, которые работают на погостах, они знают. Они когда входят в кладбище, они чувствуют энергия. Какая? Так вот, вы этого не знаете, поэтому что-то можно, печенье, конфету, что-то такое нейтральное, обязательно положите где-то. Не киньте, а положите где-то. Обратитесь к хозяйке и скажите, я сюда пришла для того-то, для того-то. Если вдруг вам мешает что-то идти на кладбище, вот вы зашли, то птица какая-то вот так пролетела, то кошка какая-то, то собаки какая-то стая собак, то алкоголик какой-то вывалился из-за могилы какой-то. Вот верный вам знак, что разворачивайтесь и уходите оттуда. Просто так на кладбище не случается ничего. Все знаки, которые дает вам кладбище, это не просто так. Дальше. Если вы все-таки туда пошли, никаких эмоций. На кладбище живут сущи, которые только и ждут мяса. Для них мясо – это живая, теплая энергия человека. Когда вы пришли туда душу рвать и говорить, «Господи, за что ж ты меня бросил? Что ж ты меня покинул? Да как же мне плохо без тебя живется?» Ваша душа распахнутая, открытая. Как вы думаете, сколько подселенцев на вас присядет? Ой, много. Много. Если вы видите детскую могилу, обходите ее стороной. А если вы случайно шли по кладбищу и встретили, случайно, еще раз говорю, абсолютно, вы знаете, как-то взгляд упал, и вы увидели могилу, на которой написано ваше имя и ваше отчество. Остановитесь возле этой могилы. Если она не убрана, если она такая, знаете, ну как бы ничейная, да, то есть как бы никто за ней не следит, вы можете там даже навести порядок. Это не случайность. А если вдруг на кладбище вы хотите что-то оставить, оставьте, никогда не забирайте ничего. Смотрите, вопрос приношения, он простой. Пришли на кладбище с чем-то, отдали, оставили, ушли без ничего. Вплоть до того, что даже пыль с сапог нужно убрать. Грязь, не дай бог, вы знаете, вы садитесь в эту же машину, да, кладбищенскую грязь несете в машину. Никогда категорически этого не делайте. Бывает такое, что человек приходит на кладбище и хочет найти могилу, и не может найти. Вот всегда знал, да, представляете себе, это же огромная территория, да, он не может найти просто-напросто. Это значит, вас не пускают. Это значит, не ищите, значит, разворачивайтесь и уходите.